контингенту, что бы вы сказали? Если бы я бы сказал нашему, да, украинскому. Порошенко. Слушай, ну, брат, ну, надо же быть взрослым человеком. Что ты детством занимаешься? Мир должен быть в Украине. Только мир. Во-первых, нужно менять министерство. Даже вот сейчас идет война, действительно идет война по восточным регионам, чтобы менялись министерства обороны, гинут много людей, наших парней. Это очень плохо. И вот даже под Иловайском очень страшная ситуация. Чтобы менялось все, и, ну, действительно нужно пожестче. Сейчас у нас президент играет в кота Леопольда, мир, 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 но нужно пожестче, потому что Донбасс понимает только слово силы. Только силу понимает, и поэтому, ну, вот только так нужно с Донбассом действовать. Хоть я сам родился в Славянске, я житель Славянска коренной. Я понимаю, что по-другому люди здесь ничего не поменяют. Президенту, чтобы я пожелала, наверное, больше самостоятельности, меньше бегать по Евросоюзу и просить долг. Только диалог с Россией. Что бы я сказал президенту? Я сказал бы президенту: молодец на сегодняшний день. А на будущее нужно намного жестче действовать. В отношении всех. В отношении вся. Спасибо. Что он молодец. Все делает, что надо. Во-первых, впервые за сколько каденций президента, я скажу, мне не стыдно за своего президента. Он действительно делает все для того, чтобы урегулировать ситуацию. Может быть, у него что-то не получается. Безусловно, это архисложная задача для того, чтобы привести все в порядок. Но я хочу сказать, что мы благодарны за те шаги, которые он делает, особенно в отношении, к примеру, Славянска, восстановления мирной жизни. Что хотелось бы попросить, может быть, в какой-то степени, это, наверное, ускорить принятие законопроектов, которые бы регулировали определение финансовой помощи для восстановления городов. Это актуально сейчас для нас, это будет актуально, я очень надеюсь, в ближайшее время и для тех городов и поселков, которые будут освобождены. Просто это краеугольный камень, который, к сожалению, сейчас стоит. То, что касаемо местной власти, мы сделали абсолютно все. Мы приняли здесь схемы на свой страх и риск, собственно говоря, схемы определения ущерба, все, но все упирается в выделение средств, которые только из центрального бюджета могут быть, а это парафия уже не наша, это центральная власть. И поэтому это хотелось бы попросить его ускорить.